как-то так. Да я две цифры сказать. Там не подвозили жрацов, да, в среду будет. Три недели не подвозили жратву. Сегодня уже будет седьмой день, нам не подвозят воду. Шторм провален, блядь. Все в говне, всех убили. Вот и все. И сейчас перед нами стоят рэкши хохлядские. Жрать хочется и пить. Вот вся война. Армия страны, армия народа. Какая страна, блядь, и армия. Вас там не прослушивают? Да хуй. Броник уже снимаю, сил нет, нахуй, носить его. Если раненые, блядь, не вывозят, нахуй. Только 200-е валяются в поле, их забирают, потому что забрать возможно. Связь какая-то есть со штабом? Почему они ничего не делают? Ничего не делается. Всем хуй, всем вообще насрать. На нас, блядь, тупые. Я хотел спросить, то есть вообще ничего не заняли даже, нисколько вообще? Все, что заняли, все уже отбили. Они отбили. Да. Всех поубивали, отбили все, и все. Вот и все. 100 человек положили с лихом за несколько дней. Да, только первая линия ходила? Это ходила первая линия, да. Все, и никого больше нет. Ни второй, ни третий. В смысле ни второй, ни третий? За зэками никого нет. Вообще все проебали.